А о чем это кино? О обыкновенных школьных буднях. Ну, дети, понятно, они снимаются в кино, они мечтают стать актерами. А вам это зачем? Не знаю, просто я с Машей провожу, не знаю, 80% своего времени, вот, и пытаюсь ее сделать из нее настоящего человека. Может, это очень громко сказано, но тем не менее у меня такая цель. Этот фильм о школе, который максимально приближен к реальной жизни. Я играю девочку, она такая вся блатная, типа крутая, у нее много денег, у нее богатые родители, и она всех людей остальных считает таким, ну, второго сорта. Вот. Ну, я бы все время смотрела сериалы, фильмы про школу, включая даже вот эти вот советские, которые знаю. Семки показывают тоже все, какие раньше снимали, какие сейчас, ну, отличаются. Сейчас больше спецэффектов идет, но... Мы недавно смотрели в школе, короче, задали читать «Маршака 12 месяцев». Я говорю: «Сема, есть фильм такой 12 месяцев, это ж по Маршаку». Он просмотрел, понравился. А то, что касается школьников, недавно ему показала «Республика Шкид». Там же вообще черно-белое. Он спрашивает: а «Республика Шкид 2 есть? Ну, понравилось, продолжение хотел посмотреть. Сема еще маленький, 5 класс, они еще не очень, как бы. Хотя сейчас иногда может начинаться все с телефонов. Девочки взрослеют быстрее, я уже заметила. Они уже модничают, в джинсах нельзя ходить. Но они ходят уже в школу, вот в нашей школе в 23-й. Уже замечаю, уже начинают губки подкрашивать, мальчикам глазки строить. Они растут-то быстрее. Я замечаю, хожу, смотрю. Сему спрашиваю: девочки какие-то нравятся? Ну, говорит, не знаю. Я говорю: ну, на него старшеклассница обращает внимание. Вот я ходила в класс, с этим мальчиком сидела, мы мимо идем. Я говорю: ты знаешь, на тебя внимание обращает. Ну и что? Я говорю: на Чекурче же были. Если копать, там они на Чекурче собираются, такое дело. Значит, там есть вот этот, как называется, бомбоубежище. Вход туда есть. Я говорю: давайте я сыграю. Тебя что же тогда не было? Давайте я какую-то бабку сыграю. Типа, живет там себе бомжиха или что? Дети между собой говорят: слушай, а там на Чекурче есть пещера и бабка какая-то есть. Она всех пугает. А пойдем посмотрим. Туда несколько детей спускаются. И я там оттуда выскакиваю. Она такая старенькая, страшненькая такая. Я согласна. Не, просто мы туда с Викой заходили. Значит, прямо на входе. Я сфотографировала. Там со вспышкой видно все. И еще кто-то вот лазил. Недалеко, далеко заходить не надо. Не знаю, наткнулся, не помню, или что-то специально искал, наткнулся на анонс о том, что организуется детская киношкола в Крыму. Стало, конечно, интересно, потому что, ну, кто не любит сниматься в кино, тем более, когда дети свои, когда камера есть. А тут вдруг вот такое вот, ну, поговорил с детьми, решили пойти, попробовать. Но самое интересное то, что с другой стороны, все равно находишься в поиске чего-то, как-то уйти от серых будней. Ну а тут вот такое вот выпало вроде бы. И пришли сюда, когда начали снимать, ну, в самом начале рутина вроде так, дети насторожены друг к другу. Но когда уже был виден какой-то результат, дети стали тянуться друг к другу, глаза гореть, естественно, как-то складывается какой-то коллектив. Вот. Ну, понятно, что не зря, видимо, дело все это началось. Вот. Хотелось бы, чтобы, ну, как бы сказать, весь этот продукт созрел, ну, получилось что-то качественное. Хотелось бы у нас здесь в Крыму, конечно, иметь свою достойную киностудию, которую можно было не стыдно показать и, ну, на всю страну.